Стратегию «Казахстан-2050» обсудили и сотрудники ДВД Карагандинской области. В данной работе приняли участие представители областного управления внутренней политики и личный состав Департамента внутренних дел. В ходе мероприятия были заслушаны доклады и предложения участников. Мирамгуль Салкембаева с подробностями. Реформирование правоохранительных органов и спецслужб будет продолжено, так отметил глава государства в своем послании. Нурсултан Назарбаев поставил несколько задач о качественном кадровом обновлении правоохранительных и специальных органов, в связи с чем была проведена переаттестация личного состава. Послание президента народу Казахстана текущего года обозначило новый этап отечественного пути развития, в котором в правоохранительной системе отводится ответственная роль правового гаранта. С докладом выступила начальник отдела идеологической пропаганды и методической работы управления внутренней политики Кабулова Шахмарал Майбековна. Глава государства сумел консолидировать народ Казахстана, задать основные ориентиры развития казахстанского общества, изложенные в стратегии 2030. Проводимая президентом страны сильная социальная политика обеспечила общественную стабильность и согласие. Ежегодно увеличивается объем финансирования здравоохранения, проводится курс на развитие качественного образования. Рационально используются энергетические ресурсы, созданы современные, эффективные нефтегазовые и горнодобывающие отрасли экономики. Как отметили участники собрания, стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоящегося государства. Это большой шаг к дальнейшей стабильности и процветанию Казахстана. Но Султан Абишевич указал на необходимость использовать все имеющиеся ресурсы в данной борьбе, не забывая о главном человеческом ресурсе. В связи с этим, в целях разъяснения основных положений ежегодного послания президента, сотрудниками Департамента внутренних дел была создана рабочая группа, руководителем которой стал заместитель начальника ДВД, полковник полиции Ардак Кантыкбаев. В состав группы вошли начальники управлений и самостоятельных отделов ДВД области. Мирамгуль Салкембаева, Евгений Афанасьев, Первый Карагандинский.